страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным.